Animal Rescue. Как только какая-то порода собак начинает приобретать все большую популярность, ее представители незамедлительно становятся жителями приютов. Почему так происходит? Подавшись на моду, люди бездумно берут в свои дома совершенно неподходящих им ни по характеру, ни по образу жизни хвостиков, отдавая за них огромные деньги. А когда становится ясно, что справиться с ними сложно, породистые питомцы отправляются на улицы или в лучшем случае в приют. Так случилось и с Джек Рассел Терьером по кличке Малефисента. Крошку Малефисенту, сокращенно Фифи, в приют друг привезли собственные хозяева. Девочке едва исполнилось 1.5 года, у нее были все причитающиеся породистой собаке документы, но люди все равно решили отказаться от своей питомицы. Волонтеры были уверены, что Джек Рассел Терьер в приюте долго не засидится, но не тут-то было. Оказалось, что Фифи страдает от патологии, которая присуща многим представителям этой породы, она очень и очень плохо видела. С годами этот недуг мог развиться, и в таком случае Фифи пришлось бы удалять глаза. Как только желающие забрать девочку узнавали об этом, они тут же отказывались от своих намерений. Фифи очень грустила и переживала в приюте, не понимала, почему ей приходится сидеть в тесной клетке, и куда делись ее любимые хозяева. Единственной радостью для нее были прогулки с волонтерами, где она весело играла и бегала. Время шло, а хозяева все никак не находились. Наконец, в гости к маленькой красавице начала приезжать семья, которая знакомилась с ней все ближе, брала на прогулки и тщательно изучала характер девочки. Люди прекрасно знали о недуге Фифи. С помощью сотрудников приюта им удалось отыскать клинику, где Фифи можно было провести операцию на зрение. Проблема заключается лишь в ее стоимости. Почти 100 тысяч рублей, 2000 долларов, а такие деньги найти очень сложно. Часть лечения и саму поездку семья готова оплатить самостоятельно, а другую часть сейчас помогают собирать волонтеры приюта и все неравнодушные. Сейчас Фифи живет в семье, где ее очень любят и о ней заботятся. Она много общается со своими хозяевами, выходит на прогулки и сладко дремлет на мягкой лежаночке. Когда нужная сумма будет собрана, Фифи отправится на лечение. Джек Рассел Терьер Фифи – не первая и не последняя породистая собака, которая была взята только из-за возникшей модной тенденции. Трижды подумайте, прежде чем взять себе такого питомца, изучите все особенности его поведения и основательно подойдите к этому шагу. Помните, мы всегда в ответе за тех, кого приручили. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!